Так, сегодня прекрасный солнечный день. Мы не где-то в каком-то захолустье. Вот набережная, вот там Печерск. С той стороны Днепра. Вот наш любимый, чуть дальше, Дарницкий мост. Хочу снять видео, я уже раз тут проезжал. Сейчас вынужден с этой стороны заехать. Проехать по одной очень известной, вон лавра слева, по одной очень известной улице, печально известной, назовем так. Но это же все равно столица, как бы там ни было, и не совсем какая-то окраина, глухомань, вроде как до центра исторического, тут несколько километров всего. Сейчас мы по ней поедем, не знаю, смогу ли я на бэхе семерке сегодня. Друзья там катаются без меня, у меня не получилось. Работаю. Такая красивая зима такая наступила. Так, вот наша улица Канальная. Сейчас мы на нее повернем. Кстати, она под снегом, наверное, лучше выглядит, чем без снега. Тут такой оффроуд, нам надо ее всю пересечь. Она, возможно, замерзла и лучше выглядит, но асфальтом тут и не пахнет, и не пахло. Ну, пахло когда-то давно очень. Да, под снегом она очень даже ничего. Передвигаться немного легче, когда, чем когда она растаявшая. Я думал, будет мрачно. Но тем не менее. Столичная улица. Тут понятно, промышленные какие-то склады, предприятия. Но все равно это Киев. Канальная, она вот тут канал слева. Поэтому Канальная. Вот так она ярко выглядит даже. Даже несмотря на зиму. Главное ничего не оторвать. Вот сейчас ее самый яркий участок уже начинается. Он, конечно, замерзший. Выглядит неплохо. Ну, в принципе, если учесть, что тут широкая она. Минимум две полосы. Вот так мы едем. Скорость пешехода. Почищена она хорошо, ну правда нечего чистить, если почистить, то сразу можно достать до этого, до болота, которое рядом. Вот так она выглядит зимой. Ну, конечно, когда это все растает, будет поярче, я потом проеду, покажу обязательно. Уже, я думаю, вы ее видели, можно там посмотреть, чуть раньше я по ней катался на внедорожнике. Вот мы ее всю проехали. Не такая она длинная, не так много тут надо средств, чтобы ее привести в порядок. Ну, никому это не надо. Тут живут люди слева, кто не знает. Причем круглый год живут с детьми. Вот они воду несут. Ромской национальности, скажем так. Вот и весь обзор этой чудесной улицы. Желаю всем более ровных дорог, чем она. Да, прошло несколько дней. Опять мы в этом замечательном месте. Не могу я успокоиться никак по поводу великолепной этой улицы. Вот мне надо проехать по ней метров 200. Было, значит, оттепель плюс 10. Сегодня ночью было минус 10. Все это растаяло, опять замерзло. И очень тут сейчас весело. Не знаю, может предложить предновогоднюю. У нас покатуха предновогодняя будет в субботу. Сегодня среда. Может позвонить ребятам, предложить провести ее здесь. В принципе, место классное. Вот рядом тут и
и канальчик есть, и деревья, и трасса уже готова. Блин, как бы его доехать до места, чтобы ничего не оторвать. Я на бэхе семерке, кто не знает, кто не понял. На Гранде-то тут было бы нормально, конечно, и на УАЗе неплохо. Блин, куда бы, вон там еще фура едет, прикольно. Сейчас мы ее... Да, это столица Украины. Сегодня видимость плохая. Печерск не видно отсюда, обычно видно. Ага, тут встречка нарисовалась. Блин. Короче, вот так мы и едем. Да, после потепления и резкого мороза она особенно смотрится. Ну, классно эта улица. Интересно, сколько еще пройдет десятилетий, пока ее заасфальтируют. Я думаю, что можем не застать это радостное событие. Вот фура тоже так двигается уверенно. Но он не груженный, поэтому он так едет без напряга. Блин, как бы не повиснуть вот в этом месте пузом. О, слышите? Достал днищем. Короче, такая вот ситуация. Ну все, тут уже идеально ровный практически участок для этой улицы начинается. Сейчас мы попробуем взять разгон. Да, тут вообще великолепно. Все, я приехал, короче. Лучше по ней не ездить, мой вам совет. Ждем асфальтирования, не знаю, сколько десятилетий еще пройдет.